Итак, доброго времени суток, любители шахмат. С вами необычный дуэт в составе Кирилла Широкого и Владимира Михайловского. И мы играем матч против Артема Капустина и Олега Соломахи. Матч 2 на 2. И вот не хотят ребята принимать наш вызов. А я кинул почему-то белый, надо кинуть авто. Ну, автоматически, да. Ну, ладно. Ну, нажмем пока на паузу и дождемся, пока примут люди. Так, и начинаем мы матч. У нас необычный контроль. 4 плюс 2 и... Ну что? Е5. Всем привет. Ну, не королевский гамбит, уже что-то. Может быть, вот здесь d5 хоть раз играл? d5 играл когда-то. Ну там вроде бы теории велы получше получают. Ну, давай d5. Вот я против Пети Андрея выиграл, он там не смотрел и несколько партий просто хуже получал белыми. А, мы черными, блин. Да. Что скажешь? Что это вообще за позиция? Ты меня спрашиваешь. Так, можно, наверное, просто на d5 съесть. Там все поменяется, правда, банально. Ну это неинтересно, мы будем без пешки, да? Ну, похоже. Не знаю, что можем повеселее сыграть, сейчас подумаем. Слон e7, 2-0, вот. Ну, вообще, у нас там есть что-то. Ну, как-то активность. b4, там c3, слон a5 и 2-0 потом. Чтобы ладья на e8 лучше вставала. Ну и что предлагаешь? Слон b4, наверное. Ну, давай. Попробуем. Слон b4. c3. Ну да, c3 скорее всего пойдут, тогда 2-0 ладья, ой, то есть слон опять сначала, потом 2-0 и ладья на e8. Более активно. Так слон на e7 линию e прикрывает. Согласен. Ну сразу уже у нас какой-то дебют получился нестандартный, это радует. Все-таки против Олега не хочется играть его родные стандартные схемы. Пусть задумается. Ему не вредно, я думаю. Так, вот смотри. Могу слон d2 добавить, а? Ну, можем побить, 2-0. Ну, побить там конь b2 и потом... Ну, как побить... тогда за развитие? Может быть, опять? Не, опять, не знаю, может, ферзь e7, я думаю. Ну, ферзь e7 как-то тухленько. Ну, почему съели? Съели c3, там, может, отошли на... Вот эти лучше. Ладно, согласен. Ферзь e7 не может быть плохим ходом. Ну, будет отойти на b6, и там на d, 2-0, там конь e4 уже сразу грозит, на b2 провисает. Ну, никто есть не будет точно на b4. Ну, если не едят, тогда у нас фигуры неплохо стоят вроде. Может быть, какой-то a3 будет ход? Ну, на a3, на f3 там висит. А, да, на f3 зависает. Сразу на f3 съели. Не, мы, конечно, без этого, как там, без рокировки будем играть, но... Там кстати, нас... я вот, наверное, пошел бы так, а3. Кстати, ну, заманчиво скинуть фигуру за... Так, ну, вот видишь, побили. Я не понимаю. Ну, съели на b4, да? И? Тут я ферзь b6, думаю. Ну... Ну, есть ферзь e7, но там скучно. Просто d, там, конь e4, b2. Согласен. Потом ферзь b6. Так, ну, наш план сейчас пойти 2-0. Ну, надо е, да, рокировка, там уже конь e4 будет ход угрожать. e4, да, нельзя будет бить, потому что... Так, ну да, рокировка. Конь e4, кстати, пока не угроза. Ладья e8 уже не можем пойти. А там на b2 возьмем. Угу. Вроде бы с выигрышем качества. Тогда да. И получилось, мы стоим без двух пешек. Ну, белые сильно в развитии отстали. То есть у них слон на f1, как выводить-то? На g3, например, сразу конь e4, там на ферзь c2 какой-то, то же самое, наверное. А, да, кстати, тяжело придумать ход. Может быть, e5? e5, конь d5, в принципе. e5, конь d5 съели, да. Проблем не решили, пешку отыграли. Да, поднапрягли, по-моему, мы от наших собратьев из Феникса. По времени тоже приятно стоим. Ну, контроль такой щадящий, 4 плюс 2. Не, ну все равно на секундах играть сложно, даже плюс 2 секунды. Да, и у нас, знаешь, вот такой получился вариант, что я уверен, что такой партии еще ни разу не было в истории шахмат. Вполне вероятно. Так, ну вот c4.
Ну что, накидываем? c4. Сейчас надо подумать. А ферзь d4 будет. В конце. На ферзь b2. А, да-да-да. Тогда... Ладья e8 можно просто, наверное, пойти. Ладья e8, e5. А, хотя e5, да, может неприятно оказаться сейчас. Может быть, слон z4 развились там, коня 6 куда-то. Ну, можно попробовать, да. Давай, слон g4. Давай, да, ладно. Ну, не может быть плохим ход. Вообще, может быть, конь c6 где-то, нет? Как ты думаешь? Может, конь... Зачем конь c6? Конь c6, как-то у нас ладья на линию d встанет и... Да не, лучше... Мат дадим вообще. Конь идет по черным полям на e5, d5, я думаю. Так, ну развивается. Развивается белая. Логичный. Ну что, можно или конь d7 пойти, и конь идет куда-то на e5, c5, или ладья e8 с каким-то... Давай конь d7, подо, развились пока. Ну да, заодно на e8 теперь, кстати, будет грозить, ну, на поле, в смысле. То есть на e4 может будет накинуть при случае. Конь e4 уже прям начинает подграживать, ну вот... Не, ну пока... Слон h5? Ну, слон h5, да, но g6 пока переведем. g4 вот вроде не страшно. Ну, я говорю, слон g6 просто. Ну, нормально мы играем эту партию. Ну да, слон g6. Хотя может... А, да, может быть целую рассмотреть. А вот видишь, хочет. Ну, ладья e8. Ладья e8 какая? Просто. Какая? Ладья f, наверное, да? F, я думаю, логично. Вторая на d встанет. Да, и где-то уже сейчас мы грозим шлепнуть на e5. А вот рокировка вот такая вот, смотри. Ага, любопытно. Ну, пока у нас конь все равно не висит, так что можно. Конь c5? Конь c5 ход, в принципе, есть, то есть на поле e4 как-то хотим вторгнуться. Ну что, пробуем? Кстати, наверное, они все-таки не очень хорошо стоим неожиданно. Ну, сейчас, подожди. Надо есть думать. Конь e5, в принципе. Что? Конь e5, конь... А, там он, конь d7 не будет, да. Тогда конь c5, наверное, действительно. Давай, закидываем и 30 секунд по времени перевес сохраняем. Да, пешки сильные в центре, конечно, у наших друзей. Конь e4, конечно, идейный, я с тобой согласен. Так, ну вот конь d4. Ну как-то поле e5 ослабили. Так, только я не вижу, как этим воспользоваться. Так, может быть c6? Нет, c6, d6, да, сразу? Ну, конь fd, а, там просто f4 пойдут. Давай, наверное, коня на e4, может. Какого? Сф? Я думаю, сф, да. Ну, ничем же, в принципе, не... Не, хотя пригрозили все-таки побить на c3. Ну, на c3 висит на e5 при случае. Ну, такая позиция, скажем. Да, и секунды, так, ну, побили конем, наверное, да? Да, там f3, наверное, на слон. e4 просто. А, вот так, это тоже надо бить? Да, наверное. Да, побили. Да, вот ферзь опять какую-то угрозу сейчас создадим на конь e6. Конь e6, ферзь опять, согласен. Будет ли сыграно конь e6? Нет, вот так вот. Ферзь a5 и на a3 при случае конь c3 есть ход какой-то. А3, а3, мне кажется, не пойдут. Ну, как ходить? Король b1 нету. А3 конь c3 сразу не проходит? Не знаю, возможно. Подожди. Там ферзь d2 просто пойдут, наверное. А, ну тогда конь a2. Все, накидываем. Давай, да, попробуем. Соперник цветной, тебе надо. Так. То есть ферзь c3, конь c2, еще какой-то ладья e6 пойти. Ферзь c3. Ой, там шахом на e6 побьют. Так, конь c2 сейчас пойдут. Тут надо что-то решить. Так, что придумать? Король h1. Ой, король h8. Ну давай, да, нормальный ход. Вроде. Так, ну ладья e6. Ну, давай. Закинули. А, кстати... А, сюда просто можно. Давай ферзь b3. На ферзь d8 ладья e8 важно пойти. А тут... Тут уже печально. Слон e4, наверное. Согласен.
согласен с вами. 2 секунды. А, мы там мат зеваем. Нет, там мата нет. Да, ну просрочили время. Ну, по-моему, нормально все складывалось. Сейчас посмотрим по движку чуть-чуть. Конь c3 не туда. Ферзь g5 был ход. Ферзь g5. А, и все, что ли? Ну, ничья. Стоп, там ферзь e3. Да, чуть-чуть не дожали. Ой, был слон c2, и на ферзь c2 был ферзь a3. С переходом в эндшпиль с лишней пешкой. Да, ну всем спасибо за внимание. Может До новых встреч.